Всем привет! И уже очень давно у меня не было реакции на кей-поп. И сегодня именно тот день, когда я наконец снимаю кей-поп реакции. Причем сразу несколько, потому что именно сегодня у NCT выходят трек-видео. По-моему, они выходят каждый час, и уже вышло два. И, кстати, на этом YouTube-канале я сделала опрос в сообществах. Но я спрошу вас еще и в видео, и хочу, чтобы вы ответили мне в комментариях, либо в вопросе, который будет сверху. Стоит ли мне создавать отдельный канал для кей-поп реакций, либо загружать все на этот канал? Напишите, пожалуйста, свое мнение, для меня это очень важно. Давайте вместе подумаем, как же лучше сделать. Итак, давайте посмотрим первый мини-клип к треку Boom. Но они, конечно, не заморачивались с бэкграундом. О, как им идут береты и Тэйону, Тэйону и Джихёну. Тэйон здесь такой забавный. О, и милый. Блин, какой он тут милый. Обожаю голос Хачана. Посмотрю на них всех, и больше всего береты идут Тэйону и Джихёну, да. Тэн полы моет? Или это Нутэйл? Как же ему идут линзы и светлые волосы. Тэйону все идет. Напишите в комментарии, кто вам больше всего нравится в берете. Кому, по вашему мнению, больше всего идут береты? Мне кажется, Тэйону. Ну и Джихёну. Вау. Прикольно. Это был очень короткий клип. Я не знаю, что ими движило, когда они решили выпускать каждый час новый клип. Но, по-моему, это очень круто. И мне не терпится посмотреть уже все клипы. Сейчас мы будем смотреть второй. И вот сейчас я даже не знаю, как лучше сделать. Если тут видят так много клипов, то, может быть, лучше было бы создать второй канал для этого. Напишите, пожалуйста, свое мнение по поводу второго канала, потому что я сомневаюсь, что он мне нужен. И также напишите, кому, по вашему мнению, больше всех идет берет. Ну, а я сейчас буду смотреть второй мини-клип. Поэтому до встречи в следующем видео, и всем пока!